Пожар на Кирпичной случился днем 10 февраля, предположительно из-за неисправной проводки. Крупного материального ущерба удалось избежать благодаря обдуманным действиям хозяина. Он правильно оценил масштабы загорания и свои возможности. Закрыл плотно все двери и вместе с домашними дожидался спасателей на улице. Сделали благополучную среду для тушения и ликвидации данного загорания профессиональными спасателями. В результате этого пожара огнем повреждена внутренняя отделка парилки и частично закопчены стены в предбаннике. Еще одно подобное ЧП произошло на выходных. В этом случае баня горела на улице Профсоюзов. Здесь также обошлось без жертв и пострадавших. Если говорить о финансовом ущербе, то повреждена стропильная система по всей площади и обуглены стены в парильном помещении. Наиболее вероятная причина пожара – нарушение правил эксплуатации теплогенерирующего аппарата из-за длительной топки печи.